Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Это видео обзор, распаковка посылок от Т-Декор. Кому нравятся такие видео, пожалуйста, оставайтесь, будет очень интересно. Вчера уже поздно вечером получила посылочку от этой прекраснейшей торговой площадки Т-Декор. И вот сегодня с утра еще, так скажем, не совсем светло, я решила снять это видео. Потому что так не терпится рассказать об этих товарах, о планах. Ну и, конечно же, показать не только товары для рукоделия. Но именно с них я начну свой обзор. Итак, торговая площадка Т-Декор. Это, можно сказать, рынок, где можно купить все под одной крышей. Я уже как-то вам рассказывала об этой площадке. Многие уже из вас купили и писали отзывы, что им понравился товар. Поэтому я рассказываю, что эта торговая площадка мне очень-очень нравится. К тому же мы сами можем регулировать цены, проголосовав за тот или иной товар. Мы голосуем, товар набирает 9 наших голосов и попадает в распродажу на целую неделю, где скидка будет 25%. Это просто напоминалочка. Ну, а такой пряжи, наверное, самой дешевой пряжи не купить нигде. Трикотажная пряжа 255 рублей за 500 грамм. Мои хорошие, посмотрите, вот такое сердце, моя любовь. Это будет красивейшая сумочка, вот к тому пальтишко. И тоже от компании Т-Декор. Я уже вам его показывала. И вот решила заказать такую пряжу, чтобы связать к этому пальто сумочку. Посмотрите, как будет красиво. Я уже вижу, как это будет шикарно смотреться. Ну, а сейчас давайте рассмотрим поближе эту пряжу. Значит, здесь 500 грамм. Кстати, я заказывала коричневый цвет, но почему-то пришел вот такой вишневый. И вы знаете, я не расстроилась. Я не знаю, откуда опять сотрудники Т-Декор узнали, что у меня есть именно вот такие ручки. Я их покупала в иголочке давным-давно. Я не знаю, больше 5 лет они у меня лежат. И, наверное, это нужно было, чтобы познакомиться с этой торговой площадкой. Я очень благодарна, что пришла именно вот эта темно-вишневая пряжа. Посмотрите, как она сочетается с моими ручками. То есть у меня уже, можно сказать, практически готова сумка. То есть есть ручки, есть донышко. И мы будем с вами вязать очень красивую сумку. Вот это донышко я заказывала не к этой сумке. Я просто его сейчас поставила, чтобы вам показать. Посмотрите, такая волшебница осень. Я бы сказала даже ведьма осень. Ну, очень красивая. Но это не донышко, это будет боковая часть сумочки, но только не к этой пряже. Эта пряжа тоже от Т-Декор. В прошлой посылочке вот такая вот розовая. Розовая и, как это, антрацитовая, темно-антрацитовая. Но уже темно-антрацитовую я брать не буду. Не буду показывать вам. Но вот эту боковушку я заказывала именно к этой пряже. Очень красивое сочетание. И, конечно же, будет красивая сумочка. Но это будет другая сумочка. А вот для красной сумочки я заказала вот такое. Сейчас покажу. Донышко из оргстекла. Ну, во-первых, пришло упакованное в пакете. Я, конечно же, пакет сняла, чтобы не шуршать. И вот, смотрите, еще с двух сторон была вот такая вот пленка. То есть мы ее снимаем.
все сделано по уму, чтобы не поцарапать наше вот это донышко из оргстекла. Очень много там всевозможных донышек, и резные, и деревянные. И вот из оргстекла. В общем, красота красивенная. Это будет не дно у меня, а боковая часть сумочки. В каком-то видео я вам рассказывала и показывала, что я хочу, какую сумочку я хочу связать. И вот именно к этой сумочке, вот красно-вишневой, вот это донышко. Но это, повторюсь, не донышко, а боковушка. Вот такая красота, вот такой проект из этой пряжи. Я уже хочу, честно говоря, весну, еще зима не наступила, а я уже хочу весну, чтобы пощеголять в этом пальтишко и вот с этой красивой сумочкой. Думаю, получится очень красивый комплект. Конечно же, расскажу, покажу, как я буду это делать. И кому нравятся такие сумки из трикотажной пряжи, зайдите в торговую площадку Т-декор, посмотрите, какой там громаднейший выбор. Просто громаднейший. Ну, а сейчас приступим к другим покупкам и к другим товарам. Итак, посмотрите, какой прелестный песик. Это полотенце было положено просто в подарок. Т-декор. Я очень благодарна тебе за такие вот маленькие, но очень уютные и очень комфортные подарочки. Но как же не положить такое полотенце рукодельнице? Мои хорошие, посмотрите. Это же кайма. Кайма, которую можно связать крючком. Посмотрите, какая идея для каймы. Прелесть прелестная. И ведь все просто. Здесь я просто уже вижу даже эту схему. Помните, мы с вами вязали вот эти салфеточки. И я обвязывала скатерть от Т-декор. И вот именно вот этот элемент, посмотрите, вот он здесь присутствует. Я сейчас возьму указку, покажу вам то, о чем я говорю. Посмотрите, вот он этот элемент. Это та обвязка, о которой я вам говорила, что вот здесь, вот в этой скатерти, когда я показывала эту кайму, кстати, скатерть тоже была послана в подарок от Т-декор, мы вот здесь вот, я говорила вам, что можно сделать еще один ряд обвязки. Посмотрите, мне Т-декор его нарисовал. Единственное, здесь пико внутри. А их можно сделать, естественно, снаружи, потому что мы будем вязать в эту сторону. Хотя можно сделать и внутри. А почему нет, если пойти в другую сторону? Ну, просто фантастика. Вот я в который раз убеждаюсь, что не бывает случайностей. А на вот эту каемку посмотрите. Обычные столбики с накидом, прикрепы, кайма, веерочек. А как красиво смотрится. Меня в последнее время тянет на какие-то очень простые, но очень красивые вещи. Хочется какой-то простоты и, так скажем, комфорта в вязании. Вот с этой каймой справится даже начинающий. Но вот чтобы вот такое стопроцентное попадание, посмотрите, вот они эти наши элементы. И вот они здесь. Это просто что-то неимоверное. Это второй раз уже у меня вот так вот с Т-декором. Сначала мне положили вот это белое полотенце в подарок, которое мы с вами потом успешно обвязали и сделали вот такую красоту. А теперь вот это полотенце как идея для красивейшей каймы. Т-декор, я вас обожаю. Ну, это был подарок, который пригодится на кухне. Давайте почитаем, что здесь написано. Полотенце вафельное в подарок. Видите, кухонное в подарок. Т-декор. И вот здесь, я так понимаю, что это артикул и телефон. 8 800 511 76 51. Компания находится в Иваново.
И вот такие платочки носовые. Посмотрите, какая красота. Вот вам, любители ирландского кружева. Посмотрите, вам готовый эскиз. Очень красивые платочки. Очень нежные. Сейчас посмотрим, сколько их тут. Два, три. Три платочка, по-моему. Да, три платочка. Т-декор, большое-большое вам спасибо. Ну, а мы приступаем дальше рассматривать наши красивые покупки. Сейчас я покажу все товары на столе, а потом, уже так по традиции, как сложилось, я все это примерю, и вы посмотрите, как это сидит на мне, как это смотрится. Заказала вот такую водолазку без воротника, просто вот с таким вот вырезом, 52 размер. Так. Значит, что здесь? Цвет молочный, называется футболка «Основа». Вот артикул 213-201. Стоила такая маечка 416 рублей. И она шла в разделе по распродаже с 25% скидкой. Это вот то, о чем я вам говорю, когда мы голосуем. Мы сами себе снижаем цену на целую неделю со скидкой 25%. У меня практически весь товар получился со скидкой в 25%. Итак, сейчас за кадром все это разверну, и мы посмотрим на качество этой водолазки, или как там она называется, футболка «Основа». Итак, вытащила я из пакета. Тончайшая, просто очень тонкий. Я думала, что это хлопок, а это вискоза. Вискоза и эластан. Сейчас фокусируйся. Не хочет фокусироваться. Значит, вискоза здесь 95%, эластан 5%. Футболка «Основа», фирма «Натали». Вот. Здесь вот присутствует на этикетке. Очень много у меня уже товаров от этой фирмы «Натали». Размер я взяла 52, ну, чтобы не оттягивало, как бы не обтягивало у меня в ненужных местах, чтобы такой был немножко оверсайз. Посмотрим, как это сидит на мне. Но качеством я очень-очень довольна. Немножко тянется за счет 5% эластана, но очень нравится на ощупь. Давайте посмотрим швы. Я заказала эту футболку, маечку в двух цветах. В двух цветах, черный и вот молочный. И заказала ее неспроста. Я ее заказывала под свое пальто без рукавов «Релакс». Сейчас разверну черный цвет, тоже посмотрим. Итак, черная футболочка такая же, абсолютно такая же, тот же состав. Но здесь почему-то закрашено, не знаю, но вот как будто закрасили. 95% вискоза, 5% эластан. Тоже 52 размер, но повторюсь, у меня не 52 размер. Но по ходу она как бы по размеру, то есть соответствует. Потому что достаточно широкая. Такой я заказывала себе оверсайз, будем так говорить. У меня размер 48-50. Вот так отделана строчка. Есть, конечно, ниточки торчат. Все показываю как есть. Ничего не утаиваю, но мне нравится качество и нравится цена. За 416 рублей, я думаю, очень-очень даже достойненько. Итак, идем дальше. Ночная сорочка. Сразу скажу цену, чтобы не забыть. 392 рубля. И еще одна ночная сорочка. 340 рублей. Сейчас все развернем, посмотрим. Значит, что здесь? Размер
Так, 164, так, с 52-й состав 100% хлопок. Производство, ну, в общем, какой-то ИП Вартанян. Вот, Россия, Иваново. Это чисто наше производство. Ночная сорочка, бриз. Размер 52-й. Сейчас развернем и посмотрим. Называется «Прелесть прелестная». Я ее заказала под халат, который мне, собственно говоря, понравился больше всех. Халат и кроссовки из этого заказа. И, конечно же, постельное белье. Но это я уже забегаю вперед. Вот эту сорочку ночную я заказывала именно под этот халат. Ну, в принципе, и вторая сорочка тоже гармонирует с цветом. Я сейчас покажу, о чем вы, вернее, покажу то, о чем я говорю. Ну, это я уже показывала. Ночная сорочка бриз. Посмотрите, какие классненькие розочки. Единственное, что я думала, она будет немножко длиннее. Я, конечно же, ее примерю на себя. Но если это будет смотреться неприлично, я вам, конечно же, это не покажу. А вообще, очень нравится фасон. Вот такой вот плотный, очень плотный хлопок, мягкий. У меня уже была такая, такого, из такого материала сорочка. И здесь 100% хлопок. Ну и здесь вот как сарафанчик сделано. Очень-очень красиво. Со спины, по-моему, ничего нет. Просто вот такая однотонная. Очень нравится вот этот материал и вот такая расцветка. 390 рублей. Девочки, где такое можно купить? Товар такого качества за такую цену. Просто рекомендую. Вы посмотрите на эту милоту. Обожаю котиков. Просто обожаю. И вот здесь изображен такой толстячок. Вот эта сорочка длиннее. Она такая, как длинная футболка. Малина, фирма Малина называется. Сорочка, так, размер 50, но она большая. Так, что здесь? Сорочка маркиза. Ну, думаю, что 100% хлопок. Сейчас попробую сфокусировать. Продавец ООО. Не могу прочитать. Т-карт, как-то так. Ну, неважно. Тоже Иваново. Ивановский трикотаж для Т-декора. За 340 рублей. Просто шикарно. Посмотрите с другой стороны на эту милоту. Вот такие коты. Коты спят со мной. Я еще и буду одевать котиков на себя. Просто прелесть прелестная. Очень, очень довольна. Вот это я точно примерю. Мне здесь позволяет для видеосъемки, чтобы показать, как это сидит на мне, потому что достаточно длинная. В общем, это я точно покажу, как эта сорочка будет сидеть на мне. Очень, очень нравится. Сейчас посмотрим, я вам еще швы не показала. За 340 рублей. Просто класс. Идет Новый год. Такие вот качественные, но дешевые подарки. Я думаю, можно успеть заказать до Нового года. Посылка, кстати, дошла за 3 дня. 8 числа была отправлена. И вот вчера, 11, я ее уже получила. В этот раз очень-очень быстро пришла посылочка. Благодарю тебя, Т-декор. Следующий товар. Леггинсы «Релакс». 52 размер. Немножко сидят на мне свободно. Скорее всего, размер соответствует. Цена 660 рублей.
Значит, сверху вот такой трикотаж, очень плотный, хорошая строчка, а снизу вот такой как бы начесик. Я их называю леггинсы на меху. В общем, я вчера мерила, сейчас похолодало, и они как нельзя лучше мне пригодились. То есть вместо колготок, я уже говорю, стала мерзлячкой, можно одевать вот эти леггинсы с носочками. Просто вместо колготок. Очень довольна. Классные, просто классные. Конечно же, одену на себя, вы посмотрите. Все совпадает, и длина, и очень хорошее качество. Ну и сейчас переходим к королевскому постельному белью, которое я вам продемонстрирую, конечно же, во второй части видео у себя в спальне. А вот так вот выглядит этот комплект, который так и называется «Изысканный» на картинке. Стоит комплект по распродаже 2250 рублей, но, по-моему, уже нет его, ну, как бы в наличии. Есть похожие, но именно вот такого у меня, в смысле, я не нашла. Значит, текстильная торговая компания, это у нас, видите, он последний, все здесь затерто, но он стоит точно 2250 рублей, вернее, стоил, и название у него «Изысканный». Значит, это сатин, вот здесь мы видим, вот такая липкая штука. Сейчас я достану, мы развернем и посмотрим. Ну, конечно же, не очень удобно здесь вам показывать. Я просто очень близко покажу вам саму ткань. Видно, что это сатин, очень-очень плотная. Это я вам показываю простынь. То есть она вот такая однотонная, ну, как сказать, вот такой очень приглушенный рисунок. И по этому приглушенному полю вот такие вот яркие четырехугольники идут. Значит, этот комплект евро двуспальный. Значит, что здесь? Еще вот такой пододеяльник. Ну, в общем, это нет смысла сейчас здесь показывать. Все увидите на кровати. И наволочки здесь большие идут. 70 на 70. Правда, без замка. Но я уже приловчилась. Как-то в видео я показывала вам, как из большой наволочки сделать маленькую, не перешивая. Просто заправляем по подушке. И все. Ну вот наволочка такая же, как и простынь. То есть вот такое поле с вот такими вот яркими квадратами. Ну вот, мои хорошие, пойду я готовиться к видеосессии. Покажу все товары на себе и, конечно же, нарядим нашу спальню. И посмотрите, как этот комплект выглядит на кровати. И снова здравствуйте. Совсем забыла про кроссовки. Размер 41, но мало мерят. Посмотрите, какая прелесть. Опять же, заказывала под свое пальто релакс. Все вам продемонстрирую. Это просто класс. С моей проблемной ногой, у меня косточка на правой ноге, они просто идеальны. То есть, вот если вот так посмотреть, мы видим, что для широкой ноги стоят кроссовки 1534 рубля. И это без скидки. Это, наверное, единственный товар, который я заказывала не по распродаже. Посмотрите, какая подошва. В общем, это натуральная замша. Вот такие блестящие шнурки. Очень классно смотрится и очень удобно и комфортно именно моей проблемной правой ноге.
я очень рада, потому что как бы мне тяжело подобрать обувь вот в связи с моей косточкой. Вот здесь вот мягкая штука. В общем, я их вчера одела и обула, вернее, и не хотела снимать. Классные, очень классные. Высокая такая подошва, и они, знаете, в них даже сейчас можно ходить. Они теплые, то есть это где-то вот носить уже холодная осень и ранняя весна. Вот когда уже в сапогах жарко, а в туфлях еще холодно. И вот эти кроссовки просто как находка. 1534 рубля. Очень достойная цена. Давайте сейчас покажу, как их найти. Ботинки женские. Так, синий, полнота, семерка. Видите? Полнота, семерка. Очень хорошая полнота. Кто будет искать, это в разделе «Обувь». И ищем именно ботинки. Не кроссовки, а ботинки. Вот как здесь написано. Ботинки женские. И там они есть в наличии. По-моему, я вчера заходила, смотрела. В общем, по-моему, вот 41 размера. Наверное, все было в одном размере. Вот мне выслали его. А остальные размеры, ну, по крайней мере, на вчерашний день я смотрела, были. Очень рекомендую эти ботиночки, ботинки-кроссовки. Итак, друзья, буду показывать вам все по очереди, чтобы вы все хорошенько рассмотрели. Вот так вот выглядит эта простынь. Посмотрите, какая прелесть. Но даже дело не в том, что вот какая прелесть, да. Я хочу рассказать о размерах этой простыни. 220 на 240. Наша кровать 1,60 м на 2. И для меня всегда проблема вот высмыкивание простыни, если она не натяжная. Так, коты там мои начинают беситься. Вот они. Вот они. Видите, какие гонки здесь у нас. А вот я вам хочу показать, что посмотрите, как хорошо заправлены края простыни вот в такой вот высокий матрас. Сейчас я вам покажу. У нас кровать открывается. Вот здесь вот сейчас потяну за эту. Ой, подниму ее, чтобы вы видели. Вот смотрите. Вот здесь вот, вот не хватает как бы, это вот ноги, да, ноги, ну и то же самое в изголовье. Вот, вот так вот не хватает, но зато очень хорошо, сейчас вот матрас покажу вам снизу, чтобы вы видели. Видите, как я заправила хорошенько эту простынь, и она не будет высмыкиваться. Я специально показываю это для тех, кому эта информация важна. Вот для меня очень важна. То есть вот я вам с одной стороны показала, теперь вот смотрите с другой. Видите, насколько я заправила концы этой простыни. И вот то, что осталось, так скажем, в ногах. Конечно, если бы здесь еще сантиметров 20, тогда вообще цены бы не было этой простыни. Ой, сейчас закрою. Ну, в общем, я думаю, что она не будет высмыкиваться, и все будет замечательно. Хотя я, конечно, люблю больше натяжные простыни. Ну и сразу мельком давайте посмотрим. Видите, здесь журнал-то лежит неспроста. Скоро буду делать обзор. Вчера забрала в редакции журнала МОД вот с кардиганом «Восток». Возможно, даже сегодня сделаю этот ролик. Ну, а я дальше буду наряжать свою кровать. Кстати, сейчас покажу вам одеяло, которое тоже мне пришло в подарок от Т-Декор. Стоит 1500 рублей на водорослях. Я в прошлом обзоре вам показывала. Но я не показала, как оно, вот когда лежит на кровати. Вот сейчас не буду одевать под одеяльник, покажу вам это одеяло. Итак, вот оно, это одеяло. Очень теплое. Под ним даже сейчас вот жарко мне.
172 на 205. Это вот его размер. Наполнитель «Морские водоросли». Я очень рекомендую это одеяло, потому что ну, мы уже его испытали и очень-очень довольны. Во-первых, оно легкое, очень легкое, хлопковая значит, ткань здесь. Очень хорошая строчка. В общем, рекомендую за 1500 двуспальное одеяло, эко-одеяло на водорослях. Покупайте, не пожалеете. Итак, вот так выглядит пододеяльник. Очень красивая расцветка, просто очень. Я сейчас отойду, чтобы вы посмотрели, как это смотрится в спальне. Яркость освежает. Но есть один нюанс. Очень большой. Я не знаю, это евро, наверное, XXL. 5XL, да? Можно как бы двусторонним, если не хотите вот этой яркости, можно просто перевернуть на другую сторону, и у вас будет вот такое нежное постельное белье. Мне даже вот эта вот нежность, честно говоря, нравится больше. Но я буду переделывать этот пододеяльник, это однозначно. Сейчас я подойду вот сюда, вы увидите, почему я это буду делать. Видите, вот это все пустота. Мое одеяло заканчивается вот где. А вот это все, я не знаю, здесь, наверное, сантиметров 80. Вот это все лишний материал, лишнее, так скажем. Ну вот настолько больше этот пододеяльник моего одеяла. И, конечно, это неудобно. Я после стирки посмотрю, как оно сядет. Ну, конечно, не сядет на целых 80 сантиметров. Конечно же, нет. Вот. Ну, в общем, постираю, а потом просто на машинке померяю все это, наметаю. И вот это лишнее все уберу. Оставлю вот этот центр и уберу вот это лишнее, лишнюю ткань. Может быть, что-то даже... Мне кажется, из этой лишней ткани вполне выйдет несколько наволочек. Вполне выйдет на наши узкие подушки. Я еще и прибарахлюсь лишними наволочками. Обязательно это сделаю. И еще одно нарекание. Я бы, конечно, в такой шикарный комплект я бы просто пришила молнию. Здесь молнии нет ни на наволочках, ни на самом пододеяльнике. Просто дырка. Вот когда я буду переделывать, скорее всего, встрочу молнию в этот пододеяльник и уменьшу его по размерам. И прибарахлюсь, как говорю, еще сошью несколько наволочек. Напомню о цене. Значит, такой комплект постельного белья, название изысканный, стоил 2250 рублей. Итак, дорогие друзья, демонстрирую халат, который мне больше всего понравился в этой посылке. Посмотрите, какая прелесть. Давно мечтала о капюшоне. Лёшек назвал этот халат Мишка Гамми, потому что на самом деле здесь эти мишки. Вот такие вот замечательные карманчики. Вы видите длину по колено, то есть не ниже, вот прям по колено. Очень хороший запах, но размер у меня я заказывала 54, хотя ношу сама 48-50. Вот специально для той цели, чтобы был хороший запах для нашего вот этого вот места. Сейчас я даже немножко разденусь, покажу вам все-таки эту сорочку ночную, показала, вроде-то все как бы достаточно прилично. Посмотрите, как хорошо подходит под халат. Просто прелесть прелестная. И вот так смотрится эта сорочка сзади. Такой вот сарафанчик. Очень-очень приличная. Просто класс. Вот эти вот клинья делают нашу фигуру стройной. Хотя это на самом деле далеко не так. Но, в общем, я довольна. И очень хорошо подходит под
цвет этого халата. Рекомендую. Не пожалеете. 1016 рублей стоит халат. Напомню, здесь размер 54. Если у вас размер там 48, заказывайте на 2 размера больше и не ошибетесь. И сорочка, значит, по-моему, 390 рублей. Итак, вторая ночная сорочка, которая больше похожа на длинную футболку. Ну вот, если б не этот котик, хотя, а при чем здесь котик? Вполне можно ходить, вот, не, использовать не как сорочку, а как домашнюю какую-то майку. Смотрите, очень приятная к телу. Здесь, кстати, размер 50-й. Стоит, по-моему, 340 рублей, если я не ошибаюсь. Вот, видите, не 54-й, 50-й. Если бы я заказала 54-й, я бы просто не утонула. Очень мягкая, очень приятная к телу. Просто класс. За такие деньги рекомендую. Итак, пусечка пришла к нам тоже на демонстрацию. Вот то, о чем я говорила. Вот эти леггинсы. Сейчас вот так вот немножко вам попозирую. Вполне смотрится хорошо с этой вот ночной сорочкой. Но я говорю, вот как домашняя одежда. Очень приятная к телу леггинсы. Вот, к сожалению, кровать мешает. Вот покажу, что у меня рост 1,67 м. Просто вот идеально. Не нужно ни подшивать, ни укорачивать. Просто хорошо подошли. Итак, дорогие друзья, последний лук. Тут родился целый образ. Недаром эту водолазку или футболку называют базовой. Я ее действительно покупала вот с каким-то смыслом под это свое пальто «Релакс». И недаром здесь лосинки тоже называются «Релакс». И хочу продемонстрировать вам вот эту прекрасную обувь. Просто удобнейшая. Я ношу вообще-то обувь Рикер, если правильно говорить. А то мне там очень много замечаний было. Вот это что-то подобное. Потому что вот я обула, и я не хочу снимать. И моей косточки вот с этой полнотой, семерка, да, семерка в этих ботинках, очень-очень комфортно. Я никакого дискомфорта не чувствую, хотя косточка у меня приличная на правой ноге. Поэтому вот эти ботинки за 1534 рубля, по-моему, просто рекомендую, пока там есть ну, практически все размеры, вот кроме 41-го. Ну и похожие ботинки там тоже есть. Лосины очень комфортные, гладенькие, теплые, просто шик. И сейчас я немножко разденусь, чтобы вы увидели ну, вот эту вот майку, да, майку-футболку базовую. Я покупала 54 размер, поскольку знала, что ну, она струящаяся. Здесь 95% вискозы и 5% эластана. И я не ошиблась, потому что ну, вот нужно как бы постранить, да? Но она вот свободна на мне, и она скрыла все вот эти вот мои недостатки. Вот, сами посмотрите, достаточно прилично все смотрится. 54 размер. Поэтому, кто будет заказывать вот эти вот базовые водолазочки, знаете, лучше покупать на пару размеров больше. И стоит она, конечно же, просто копейки. 416 рублей. Классно. Но я уже не буду одевать белую, белая такая же. Ну вот, мои хорошие, закончилась эта демонстрация. Я очень рада этой посылочке. Я благодарю компанию T-Decor. Вы самые лучшие, вы самые крутые, вы самые классные. И на этом я буду с вами прощаться. Всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова и торговая площадка T-Decor. Пока-пока.